Команда идет уверенно на первом месте. Наверняка уже смотрите вперед. О будущем сезоне парочку слов, наверное, хотели бы сказать? Не буду говорить о будущем сезоне, пока не закончится положительно это. Потому что мы так уверенно шли вперед, дошли до Крымска, в грязи утонули, споткнулись. И теперь надо идти дальше, чтобы больше не повторялось таких историй. Поэтому про будущее будет сказано тогда, когда будет выполнена поставленная задача. Но в целом игрой команды, я не беру результат, игрой команды вы довольны, как вы показывают футболисты? Ну, нет предела совершенства. Поэтому с учетом того, что мы на первом месте, да, с учетом лучших образцов мирового футбола, есть к чему стремиться. Большое внимание уделяется академии. Вот вторая ваша команда очень неплохо проявила себя на том же Кубке ФНЛ. Вы знаете, удачное выступление на Кубке ФНЛ сыграло со второй командой как бы злую шутку. Потому что, победив команды уровня ФНЛ, они посчитали, что они уже практически поймали Бога за бороду и готовы выступать на таком же уровне во второй зоне Юг. Когда они сыграли два раза в ничью и проиграли последнюю игру Роту, Тереку, то уже я провел собрание с командой и сказал, забудьте о том, что вы хорошо выступили, потому что каждая игра должна идти шагом вперед. Вот, поэтому мы будем дальше уделять внимание тому, чтобы они развивались. И, ну, наверное, все-таки от тренерского состава зависит имплементация игроков лучших из второй команды в основном. Но эта работа продолжается, и она не останавливается. Мы только за то, чтобы игроки из NG2 переходили в основную команду. Сезон закончится. Как сильно вы планируете обновлять команду? Я думаю, что это решение будет приниматься с тренерским составом по итогам завершения сезона. Потому что на данный момент, когда мы с вами ведем разговор, задача еще не выполнена, правильно? И поэтому есть масса нюансов, которые могут или ускорить этот процесс, или остановить его. Я за то, чтобы все, кто может улучшать свою игру, остались играть в футбольном клубе НЖ для того, чтобы можно было решать задачу уже премьер-лиги.